Я категорически против такого самоуправства. С самого начала судебного заседания жильцы были настроены решительно. В словах не скромничали, ведь на кону их дома, которые хотят сносить. Как из 6 домов все дома сразу непригодны? Как может так? Кому-то земля нужна, кому-то что-то надо, там проживают пенсионеры. О том, что жителям с переулка Станочный придется скоро оставить нажитые квадратные метры, стало для них шоком. Неприятное известие пришло в декабре. Мол, специальная комиссия провела обследование и вынесла вердикт – дома аварийные. О том, что данное решение ошибочное, оренбуржцы рассказывали еще в конце прошлого года. Для этого нашей съемочной группе устроили целую экскурсию. Где у нас здесь трещины? Совершенно сухой подъезд. Комиссия, как оказалось, работала в их доме еще в 2011 году. Но специалистов здесь никогда не видели, так же, как их заключение. Спустя 5 лет мы только об этом узнаем. Какая комиссия приходила, чего-то они там написали. Все устроено. Аптеки, магазины, школа рядом, базар рядом. Все у нас нормально. И мы отсюда уезжать в Кушкуле или в Южном мы не собираемся. В подлинности экспертизы жильцы сомневаются, объясняя попытку чиновников признать дома аварийными вполне понятными коммерческими интересами. Потому и хотят признать принятые акты управления жилищной политики и администрации города незаконными. Тем более, что в документах обнаружились многочисленные недочеты. Обследование домов не проводила инженерная группа БСБ. Комиссия сделала визуальный осмотр. И об этом указала в акте. Позицию жителей с переулка Станочный в управлении жилищной политики опровергают. Готовы представить переписку с будущими переселенцами и результаты экспертизы. Может быть, вы не поверите в мои слова, но администрация города заботится о вашей безопасности. Из-за того, что обе стороны не представили суду достаточно доказательств, заседание решили перенести. Оно состоится 11 апреля. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время.